Привет, друзья! Сегодня будем готовить царскую рыбу. Шашлык из осетра будем готовить в апельсиново-гранатном соусе. Приступим к разделке. Поехали! Так, первоочередно снимем шипы и будем уже резать его на стейки, и после будем на небольшие куски. Зачистили от шипов, отрежем голову и хвост. Не убегай. Перевернем. Повторим действие. Наша голова. Красивая, добрая голова. Спинной мозг.
И повторим с этой стороны также. Спиной мозг отрежем. Для шашлыка нам нужны будут небольшие кусочки. Отрежем брюшко и будем уже на брусочки резать. Продолжим. Получилась вот такая мякоть. Очень вкусно пахнет. Так, и осталось у нас брюшко. Это уже пойдет на уху. Так, продолжим с этим же филе. Так же самое сделаем. Отрежем брюшко. Нелегко режется, кстати, она. Ножи я вроде поточил. Нарежем наше филе на небольшие кусочки, примерно вот такого вот, вот такие вот кусочки. Следующий. Next. Так. Быстренько нарежем вот так вот. Вот и все. Так, осетра мы нарезали, переложим его и замаринуем. Замаринуем нашего осетра, возьмем соль для начала, посолим, вот так вот, есть, так, поперчим, отлично, мы взяли для этого специально смесь трав для рыбы, очень ароматные, рекомендую, так, оливковое масло, буквально грамм 25. Есть. Закроем. И для этого мы взяли натуральный сок граната. 100 грамм для нашего шашлыка. Отлично. И возьмем апельсин. Выдавим сок. И финалом для маринада немножко лимонного сока. Буквально грамм 15. Хорошо перемешаем. Вот, отлично. Погрузим его полностью в соус. И оставим на 15 минут.
А жар-то отличный. Итак, друзья, осетр наш замариновался, оденем его на шампур. Все, осетрик одели, положим его в мангал. Так, немножко попробуем. Шашлык наш готовится очень быстро и легко. Пожалуйста. Друзья, шашлык готов, снимаем. Итак, друзья, приступим к трапезе. Это нереально вкусно. Обалдеть. Я такой голодный. Друзья, сегодня очень классный день, солнечный. Очень легкий рецепт. Рекомендую всем поехать на пикник, приготовить шашлычок. Вам понравится. Всем хорошего дня, хорошего солнечного настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии пишите. Всем спасибо, до встречи, пока.